Да это же воитель Маркуса. Ха, неужели ты выполнил мою просьбу? Я нашел разбойников и отправил Каиду. Дерево скоро прибудет. Ты правда думаешь, что я поверю наемнику? Я подозревал, что ты мне не поверишь. Так что вот. Убедись сама. Образец твоей особой древесины. Мне пришлось нелегко. Надеюсь, твои луки будут достойны Аполлона. О, боги! Ты точно от Маркуса? Он никогда не держит слова. Не верится. Мы разные, хоть и работаем вместе. Я верен слову. Бери плату. С Маркусом не делись. Как там, Маркус? Как всегда. Не отдал деньги и дал новое поручение. Почему он тобой командует? Все не так. Просто из-за него я оказываюсь в сложных ситуациях. Не позволяй ему так делать. Спасибо за совет. Пожалуйста. Что ты хотела, Феба? Знаешь, Каусус? Город на той стороне острова? Что там? В городе ужасная болезнь. Лихорадка. Моя подруга тоже заразилась. Говорят, им могут помочь только боги. Повторяю, я не бог. Но Икар... Лишь птица. Все равно ты можешь помочь. Ах, ладно, разберусь с этим. Please.
А, вот и ты! И как раз вовремя! Я победил разбойников и добыл древесину. Я в тебе не сомневался, друг мой! Ну, твой план? Итак, я должен свести счеты с циклопом. Как и ты, мой непримиримый друг. Он бы не искал меня, если бы не ты, друг мой. Точно! Но, клянусь, я покончу с этим. Раз он не хочет отзывать своих головорезов, мы сделаем так, чтобы он пожалел об этом. Это глупость, а не война. Ты умеешь обидеть, Алексиус. Это легко, поверь. Скажи, чем дорожит циклоп? Людьми? Землей? Судами? Нет, обсидиановым глазом. Ближе к делу, Маркос. Ладно, мы украдем его. Ты тронулся? Сначала деньги, теперь его глаз? С ним мы победим и разбогатеем. Мы убьем двух зайцев одним глазом. Будет сопротивляться, лишится обоих глаз. Нет, нет, нельзя, чтобы циклоп тебя заметил. Действуй скрытно. Значит, мне пригодится мой новый лук. Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Мудрое решение, но ты преподашь ему урок. Дождись заката, прокрадись в дом и укради глаз. Я не знаю, где живет циклоп. Ступай в западную часть острова. Его логово там. Надеюсь, он и впрямь ценный. Ты видел, сколько дают за обсидиан на Кефалинии? Нет, не видел. То-то же. А это не просто обсидиан, он с золотыми прожилками. Золотыми! Не зря циклоп бережет глаз для особых случаев. Выручку мы отдадим ему. Она покроет часть долга. Виноградник дорого стоил. Ладно. Но в этот раз не жадничай. Что? Зря ты так, Алексиус. Это твоя сущность. Принеси мне глаз и поймешь, что заблуждаешься. Не забудь, не выдай себя. Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет нам головы, когда вернется. Легко справишься. Залезь в дом циклопа и укради его глаз. Осталось найти глаз. Если он такой ценный, наверняка его спрятали. Ah!
Если богам нет дела, мы должны победить болезнь сами. Выбора нет. Спасите! Он нас не отпустит. Что происходит? Кауса поразила чума. Умершим не было счета. Болезнь брала верх, и нам пришлось вмешаться. Наши родня и соседи все мертвы. Нам удалось выжить, но сейчас он убьет и нас. Боги покинули нас. Больные должны умереть, или нас всех ждет гибель. Неужели лекарства нет? Все бесполезно. Молитвы, жертвы. Лекари нас боятся. Солдаты не отпускают. Боги не слышат наших молитв. Вы сожгли всю деревню? Молитвы не помогли. Нам пришлось действовать. Выжечь болезнь, поразившую Каусас. Но я даже не слышал о чуме. Им уже не помочь. Нет. Не вмешивайся, или я буду вынужден защищать волю богов. Защити нас. Сжалься. Мы почти не больны. Поправимся. Этого не будет. Только так мы сможем защитить всю Кефалинию от верной погибели. Прошу. У нас дети. Как же они? Лучше иди своей дорогой, Мистий. Отпусти их. Что? Ты не бог. Спас. Этот жрец из царства мертвых, посланник богов. Ах, боги послали тебя. Нам пора. Нам нужна помощь лекаря, но идти сможем. Но сперва вот, возьми деньги. Знаю, этого мало, но больше у нас нет.
Вам это нужней. Берегите себя. Ты посланник богов, Алексиос. Доброго пути. Удачи, прощай. Опасное место. Не все такие. Отведи меня к моему брату, и я поверю. Справишься, получишь. Арнеус, мы снова вместе! Единственный честный человек на этом острове. Заплати ему, ладно, Давос? Ради тебя что угодно. Видишь, мы не так уж плохи. Ugh.
Я у тебя в долгу.
Thank you.
Παπαδοπόλου Τίνος. Άπαντες η Παντοπόλα είσαι ψεύτη και κλέφτη. Η ίδια φύγω. Буду осторожен. Победа! Ты не уйдешь. Я его вижу. Ты
еще дышишь? Да! Сдавайся, наконец! Ugh.
Γεννηθείτε ευθέως εκείσε, ουκ ημογέ, ουδείς ημών το σούτο εις γνώσ, ουδείς το σούτο οδύναμος εστί, έκαστο σε φω ετάχθη. Κίνης αυτόν, κίνης αυτόν, ου με ελιμητήν ως πατρός πέθηκας, μη δεις ο κρινός έλθα. Τι, αναμένεις παρεμού ή να ποιήσω τόσον κόπον, δικήκον συμμορία και νοτέρα εστί ανεργάζει. Интересно, смогу ли я уехать, не ввязавшись в драку? Ха, на что я надеюсь, сами все тот же. Gracias.
Зря ты взялся за это дело, Талос. А, Глаз, я тебя вижу.
στρατόμος Ταμάλαϊ, αενάος, μηχανοποιός και το στρατεύμα. Φα! Είναι επέστρεψη. Αδύνατον εστί! Σήμερον παταχούλης θέλημένονται φέρ! Нужно укрыться. Я могу затаиться в кустах. Mm-hmm.
Малака, глаз так тщательно охраняют. Лучше не лезть на рожон. Это нашел! Горю! Как больно! Thank you.
Осторожно! Знаешь, сколько там было охраны? Учитывая, сколько их сбежалось, представляю. Я ведь просил не шуметь, но ты им задал. А все, проклятый камень. Продав этот камень, можно купить дом. Купить дом, да, а вернуть долг циклопу нет. О, не грусти! Вспомни, как было весело! Циклоп найдет и убьет нас, Маркус. Только и всего. Не вижу ничего веселого. Все получится, поверь. Зачем мне лгать? Я лучше промолчу. Возьми глаз, но не продавай. Торговцы не поверят, что он наш по праву. Все знают, кому он принадлежит. Да. Чем в глазницу, лучше к нам. Думаю, хватит на сегодня. До встречи. Стой! Прибыла лодка. Я вижу ее впервые. И? В нашем городе таких красавиц нет. Думаю, это циклоп с друзьями. Вернулся? Я когда-нибудь вздохну спокойно. Убей их. Одной заботой станет меньше. К тому же с виду его люди богаты, как крёз. Им хорошо платят. Сплошная выгода, друг мой. И правда, мне нечего терять. Брось, тебя никто не одолеет. И где они? В заброшенном доме на восточном берегу. Кто знает, какие сокровища он таит. Отправь их к Аиду, забери все, и мы богаты! Восточный берег. Можно поконкретнее? Думаю, они в заброшенном доме, у рощи к югу от Сами. Откуда родом эти чужаки, если не с Кефалинии? Я знаю одно. Кефалиния станет им последним приютом. Часть сокровищ я оставлю себе, так и знай. Не пытайся спорить. И не драхмы для того, кто послал тебя. Остатки в уплату долга. Никак иначе. Что ж, ладно. Пусть знают, как у нас заведено. Или пролей кровь, или умри.
Заброшенный дом и люди. Надеюсь, меня никто не заметит. Лучник тут!
Обычно я поручаю грязную работу другим. Может быть, ты знаешь, чем вывести это пятно? А чего ты хотел? Так ты мистий, которого я ищу. Умеешь убивать? Молодец. Никакого сочувствия к тем, кто работает с тобой. Не со мной. На меня. Наемники. Судя по всему, бывшие. Так ты не работаешь на Циклопа? С каких пор наемники верят легендам? Я не о чудище, я о человеке. Ты прибыл издалека. Что тебе нужно? Верно, я не с Кефалинии. Меня привели сюда в поиски. Следуй за мной, Алексиус. Кто ты? Откуда меня знаешь? Я Элпинор из Киры. Откуда я тебя знаю? Я действовал, как ты. Спросил, не ответили. Кто тебя прислал? Я ценю любознательность. Хорошо, полезно. Ты знаешь больше, чем говоришь. Знать о тебе в моих интересах. А в твоих узнать меня. У меня украли кое-что и увезли на Итаку. Саван, сотканный Пенелопой. Хочу выкрасть его назад. Саван Пенелопы? Жены Одиссея? А ты шутишь? Небольшой фрагмент. Что за вздор? Это была бы бесценная находка. Вот я и хочу вернуть ее. Итака, большой остров. Мне нужны подробности. Начни с дома Одиссея. Бывшего дома. Прекрасная легенда. Единение сердец. Ладно, я берусь. Это будет непросто. И недешево. Тогда по рукам. В гавани тебя ждет лодка. Возьми. Только не выходи в открытое море. Заберешь саван, встретимся в храме Зевса. Ладно. Да, мистий. Удачи. Ugh.
Thank you.